Всем привет! Вы на канале Банковский. Давайте разберемся, как же снять блокировку с карты Сбербанка. Самый простой вариант — это когда вы самостоятельно заблокировали банковскую карту, но не писали заявление на закрытие счета, то, соответственно, карта банковская просто заблокирована, а счет также и активен. И тогда вы можете это сделать даже в личном кабинете, зайдя в Сбербанк онлайн, перейдя в раздел банковских карт и нажать на заблокированную карту, и у вас высветится возможность ее разблокировать. А если у вас блокировка была по инициативе банка, к примеру, да, то тогда вам нужно прозвонить, соответственно, по горячей линии для уточнения дальнейших ваших действий. Либо же вам банковскую карту нужно будет там перевыпустить, либо там банк вам ее самостоятельно разблокирует. Ну, разблокировка, наверное, по горячей линии – это только те случаи, когда, допустим, у вас кредитная банковская карта, да, от Сбербанка, и вы превысили какой-то лимит, к примеру, там, да, либо не вовремя положили денежные средства, и банк вам поставил вот такую блокировку: пока вы там не пополните какую-то сумму, вы не сможете пользоваться этой банковской картой для оплаты, а будете ей пользоваться только как на внесение денежных средств. Ну и после того, как вы всю сумму внесли, какую банк у вас затребовал, да, для оплаты задолженности, и карту банковскую не разблокировали, то тогда вы можете позвонить по горячей линии для разблокировки. А если это у вас была дебетовая карта, и, к примеру, были замечены какие-то мошеннические действия банком, то банк поставит вам блокировку на карту, и вам нужно будет сделать ее перевыпуск. После перевыпуска вы получите банковскую карту с новым номером, но с тем же счетом, который у вас был. Соответственно, деньги, которые у вас были на карте, они перейдут на новую банковскую карту с новым номером карты. Таким образом, сама карта считается разблокированной, то есть вы сделали замену, карты разблокировались. Либо вы пополнили кредитную карту, которая была заблокирована, деньги все поступили на счет, и карта опять-таки разблокировалась. Либо же вы сделали самостоятельную блокировку и затем заново вошли в личный кабинет, перешли в раздел блокировки и разблокировали банковскую карту. Она опять стала активна, а с тем же номером, который у нее был. То есть несколько вот таких вариантов, как вы можете снять блокировку с банковской карты. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, можете ознакомиться. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, и всем пока!